вами снова Алена. Мы сегодня с вами прогуляемся по центру города Удине. Находится он в регионе Фриули, Венеция, Джулия на севере Италии. Погода сегодня отличная, так что поснимаем. Сейчас мы с вами прогуляемся в Кастелло ди Удине. Находится он вот здесь. Вперед! На самом начале пути Кастелло ди Удине решили взять табличку, на которой написаны рабочие часы Кастелло ди Удине. Смотрите сюда, пожалуйста. У них разное расписание для зимы и для лета. Делюсь с вами с вот такой вот потрясающей панорамой города. Ну и давайте прогуляемся на другую вершину холма. Пойдемте. Пришли внутренний двор, выглядит вот так. Итак, вот мы на другой стороне холма. Здесь открывается такая прекрасная панорама, в том числе на итальянские Альпы. Хотелось бы отметить, что Удина является большим городом. По итальянским меркам здесь проживает около 100 тысяч человек. Этот город является второй по численности населения в этом регионе, который называется Фриули, Венеция, Джулия. Ребят, посмотрите, в каждом городе практически есть такой фонтан, где можно набрать питьевой воды, очень характерно для Италии. Особенно актуально летом, конечно. Вот нашли вот такое местечко, называется Locale Storico. Интересная дверь. Вот, кстати, именно так выглядит герб города Удине. Мы зашли в ресторан, на самом деле не ресторан, называется Locale. Очень интересное меню, которое написано от руки. Сейчас выбрали и ждем, пока нам принесут покушать. Продолжение следует...
красивый маленький. Ну все, мы уже покушали, сейчас вышли из ресторана, все замечательно, еда просто божественна, как всегда в Италии. Что хотелось бы отметить, я всем советую этот ресторан, кто хочет покушать национальную еду именно региона. Как, возможно, вы знаете, в каждом регионе говорят на своем языке, готовят национальные блюда. Так вот здесь именно такой ресторан, в котором готовят национальные блюда. Всем советую, постараюсь информацию оставить в инфобоксе под видео. Начало темнеть, теперь наконец-то мы можем посмотреть город в огнях. Приходите сюда. И вот такую красоту мы можем наблюдать на площади. Дельта, который в Москве стоит, он немножко побольше, и у нас есть лавочки, здесь их нет. Находимся на площади, которая называется Сан-Джакомо. Как вы видите, здесь много ресторанчиков, все кушают на улице, погода позволяет. Город украшен очень красиво. Так что мы сейчас очень много прогуляемся, постараемся вам что-нибудь снять. Мы нашли одну очень красивую улицу, всю украшенную огнями. Сейчас идем туда, а еще там идет красная ковровая дорожка. Вот, ребята, уже немножко стемнело, мы заканчиваем свое путешествие по городу Удин. Естественно, мы не видели всего города, потому что он очень большой, но мы прогулялись немножко по центру и взяли вас с собой, были этому очень рады. К тому же город в период рождественских праздников, это всегда очень красивый город, очень яркий, украшен. Надеюсь, что вам это видео очень понравилось. Ну и если у вас остались какие-нибудь вопросы, будем рады ответить под комментариями, все ссылки, как доехать до этого города, что и где посмотреть, оставлю также в инфобокс под видео. Всем пока и до новых встреч!